Приветствую вас. Я думаю, что те чувства, которые вы испытываете, чувства злости, агрессии и, возможно, обиды, они являются теми чувствами, которые вы ощущаете на самом деле. Потому что и злость, и агрессия, и даже ненависть – это защита. Это защита, это защитные чувства, которые не являются теми самыми настоящими, которые вы испытываете. Я полагаю, что здесь у вас, с одной стороны, есть потребность в том, чтобы рядом с вами обязательно был человек, то есть такая вот, если можно так сказать, нуждаемость в ком-то рядом с собой. А вот. И с другой стороны, это определенные ожидания, которые у вас есть от того же мужчины. То есть определенные ожидания, которые вы возлагали именно на своего человека, именно на своего бывшего парня, не очень понятно. Итак, смотрите, вы пишете: парень, до которого я хотела выйти замуж, женится на другой. Ну, тут вообще стоит сперва уточнить, а парень-то хотел на вас жениться? Или вы просто выбрали его в качестве своего мужа и все. То есть, что значит, за которого я хотела выйти замуж? Складывается ощущение, что ваша ненависть и негатив связаны именно с тем, что он не позволил вам выйти за него замуж. Возникает вопрос, а зачем вам замужество? И почему, для чего вы хотели выйти замуж именно за этого человека? Дальше. Парень, значит, для которого я хотел выйти замуж, женится на другой. Опять же, это его выбор. Если вы любите человека, именно любите, то, наверное, вы его выбор примете. Потому что, если вы человека любите, вы хотите ему счастья, а если он женится на другой, значит, это априори сделает его счастливым. И значит, вы, как человек, который любит и желает счастья, это примете. Но вы, получается, не можете этого сделать. Почему? Потому что помимо любви, у вас есть, очевидно, и еще какие-то свои собственные желания, связанные с ним. Связанные с мужчиной, связанные с замужеством, вероятно, с семьей и так далее. Вот эти желания нужно выявить. Дальше. Я пыталась добиться хотя бы общения с ним 4 года, он меня только блокировал. То есть, правильно ли я понимаю вас здесь, аноним, что вы не встречались с этим парнем, вы пытались добиться общения с ним, то есть вели себя в некоторой степени навязчиво по отношению к нему, игнорировали его нежелание с вами взаимодействовать, игнорировали его нежелание с вами общаться. Правильно я понимаю ситуацию? У такого поведения есть мотив, у такого поведения есть причины. Дальше, теперь он собирается жениться на девочке, которую знает 6 месяцев. Но она ему нравится, он ее любит, возможно. Здесь ведь не столько время важно, сколько личная симпатия к ней, у него есть симпатия, к вам нет. Я понимаю, что это неправильно, но я чувствую злость к нему и к ней. Потому что вас эта ситуация лишает того, что вы хотите. Вам эта ситуация, вероятно, показывает то, кем вы себя считаете. То есть,
ну, знаете, вот есть такие ситуации, когда человек, например, за счет другого пытается доказать что-то себе. То есть он пытается доказать, например, что он хороший, что он достоин любви, что он полноценный. И если этого не происходит, то то, что человек о себе думает, то есть то, чего он боится. Ну, например, человек может бояться, что он вот недостоин любви, к примеру. Или человек может бояться, что он останется один. Или еще какие-то вещи, да? Вот. Когда что-то не получается, такой человек начинает злиться именно поэтому. То есть вместо того, чтобы принять, что это за дело лично его, в данном случае, вместо того, чтобы принять, что это за дело лично вас, вместо того, чтобы признать, чтобы посмотреть, что стоит за злостью, почему вы чувствуете злость, из-за чего вы чувствуете злость, да? Ведь человек, даже если бы вы с ним были в отношениях, он не обязан был на вас жениться. Как я уже сказал, что вы хотели выйти за него замуж, но почему вы хотели выйти за него замуж? То есть у вас была именно цель выйти за него замуж, при том, что, судя по тому, что я читаю, вы даже не общались, судя по тому, что я читаю, вы не были в отношениях. То есть тут вот, как бы, да, у вас было какое-то желание, вы выбрали для себя некий путь решить свои проблемы, вы выбрали для себя некий путь удовлетворить свои желания, и теперь просто не желаете, не можете, боитесь отказаться от этого пути и выбрать другой, более независимый, более... ну, такой, подходящий для вас. Так, я не понимаю, чем она лучше меня. А дело не в том, лучше или нет. Вы, она не правда считаете, что на свете есть люди, которые лучше или хуже, чем другие? Вы правда считаете, что парень выбрал ее, потому что она лучше вас? Вот видите, у вас сравнение. То есть вы сравниваете себя с другими. Если вы сравниваете себя с ней, а это значит, что такой, какая вы есть, вы себя не принимаете. И здесь напрашивается вывод, что именно для этого, для того, чтобы принять себя такой, какая вы есть, вам нужно было замужество. У меня не выходит из головы его слова мне и то, как он осуществляет мои мечты с ней. Я не очень вот здесь понимаю, что вы имеете в виду, да, то есть как бы... выходят из головы его слова мне. Какие слова? То есть, ну, понятно, что он вам что-то сказал, понятно, что вы это восприняли определенным образом, понятно, что вы восприняли это, скорее всего, негативно, но если вы пишете вопрос, то, ну, наверное, стоило бы поделиться этими словами, или хотя бы в приватном общении, да, психологу рассказать, что это за слова были, почему они не выходят у вас из головы. Опять же, если слова не выходят из головы, значит имеет место быть навязчивость. А навязчивость — это, опять же, неверно удовлетворяемые желания, деструктивно удовлетворяемые желания. Правильно было бы сказать, желание, которое удовлетворяется единственным навязанным путем, который вы сами себе навязали. Он осуществляет мои мечты с ней. Вот это вообще не очень понятно, то есть откуда парень знает, какие у вас мечты, как он может реализовать ваши мечты с ней, если ваши мечты — это только ваши мечты, да? Даже если он это делает, как, знаете, вот, ваши мечты — это только ваши мечты. Никто не может их реализовать за вас.
можно сделать что-то похожее. Но мечта, ваша мечта, она останется вашей. То есть тут мне вот кажется, опять же, что мечты, ваши мечты, подчиняются какому-то решению проблемы, какому-то желанию доказать что-то себе и другим. Я зла, и я не знаю, куда деть эту злость, чтобы она прошла. Ну, вообще, легче всего злость отреагировать. Тут легче всего просто представлять то, что вызывает у вас злость, и, там, соответственно, бить там, грушу, подушку, что-то еще. Вот. А идеально это именно вот прожить, как сказал мой коллега. Я понимаю и причиняю вред самой себе тем, что чувствую постоянно внутреннюю агрессию, желание уничтожить всех и наказать всех, кто меня обидел. Я вижу здесь то, что обижают вас уже не в первый раз, и есть другие люди, которые вас обижают, и вас очень задевают эти обиды. Я вижу то, что эти обиды, задевая вас, искажают представление о себе, потому что вы не уверены в себе. Вы не надеетесь на себя, вы не имеете четких представлений о себе, и вы не доверяете себе. Отсюда любые какие-то поступающие извне отношения к вам, взаимодействие с вами, слова могут изменить это представление, могут изменить ваше ощущение себя. И отсюда у вас желание наказать, потому что вы не чувствуете себя в безопасности, вы не чувствуете себя в стабильности, у вас есть желание защитить себя. Вот. Это один момент. И второй момент. У кого вы научились наказывать? Почему вы считаете, что те, кто вас обидел, достойно наказания. Почему вы считаете, что вы вправе наказывать? Дальше. Обида. Обида – это ожидание. То есть, если вас кто-то обидел, значит, человек поступил не так, как вы ожидали. Не так, как вы хотели. Получается, вы не несете здесь ответственности за то, что вы хотите. Я этим рушу свою жизнь, но справиться с этими эмоциями не получается. Ну, как сказал мой коллега, вы хотите их подавить, а их не нужно подавлять, их нужно прожить. Я понимаю, что таким поведением отталкиваю себя людей и не даю вселенной возможности впустить в мою жизнь нового человека. Мне кажется, что здесь вы также проявляете личную безответственность, потому что, ну, что значит не впустить вселенную? Вселенной впустить мою жизнь человека. Во-первых, зачем вашу жизнь впускать человека? Зачем вам человек? Это первое. То есть вам самой собой некомфортно получается, вам самой собой, вам тяжело самой собой или что? Это первое. Второе. Если Вселенная впускает вашу жизнь человека, то вы снимаете ответственность за себя в этом смысле, к сожалению. А значит, вы не цените ни свои заслуги, ни свои достижения вы не цените, ни вместе с тем несете ответственности за то, что вы сделали не так, то есть за ошибки. И получается, что вы, ну, по сути, вы, получается, ни на что не влияете. Вот. Это и есть то, что я называю безответственностью. Это и есть то, что я считаю отсутствием личной ответственности. Вот. То есть, в данном случае, я думаю, что речь можно вести вот именно об этом. Именно вот в таком ключе. Дальше. Так, я не знаю, как это убрать из моей души и не чувствовать такой волны негатива, которая меня сносит. С этим нужно работать. С этим нужно работать. Совершенно очевидно, что у вас отсутствует свой личный смысл жизни. Совершенно очевидно, что
вы с собой недовольны, совершенно очевидно, что вы к себе относитесь весьма посредственно, совершенно очевидно, что вы не мыслите себя сейчас вот как бы как самостоятельное лицо, совершенно очевидно, что вы себя недооцениваете, вот. Ну и совершенно очевидно, что вы склонны к тому, чтобы идеализировать других людей. В частности, вот вы, на мой взгляд, идеализировали как раз-таки своего молодого человека. Вот, значит, ну, предположив или представив, что он, ну, может быть с вами, что он может быть вашим, а на самом деле ничего такого не было и близко. И вам это дается очень тяжело сейчас. То есть вот с ожиданиями вашими тоже нужно поработать, чтобы они вам не мешали. Вот. Вот примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.